Сегодня, 16 апреля 2016 года, Главным управлением МЧС России по Оренбургской области проведены профилактические рейды с целью пресечения нарушений требований пожарной безопасности на территории дачных, садовых товариществ, а также населенных пунктов, прилегающих к городу Оренбургу. В ходе проведенных рейдов были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. К нарушителям применены меры административного воздействия. Уважаемые оренбуржцы, с наступлением жаркой, сухой и ветреной погоды обращаю ваше внимание на соблюдение элементарных требований пожарной безопасности. Недопустимо сжигать мусор и сухую растительность на расстоянии менее 50 метров от жилых и надворных построек. А в условиях ветреной погоды воздержитесь от применения открытого огня.